Турнир «Алтын бел бео» по казахша күрес стартовал в Кызыларде. В отборочном туре участвует около 250 спортсменов из всех районов области. Победителей наградят дипломами и денежными призами. Особое внимание привлекает традиционное состязание тяжеловесов «Тюепалуан». Победитель получит пояс «Сырбарыса». Обладателей второго и третьего места удостоят звания «Сыр-Арлана» и «Сыр-Сунгары» соответственно. По словам судьи высшей национальной категории – Галыма Ержанова, победители представят область на республиканском турнире «Казахстан-Барса» и во всемирных играх кочевников. Турнир продлится 2 дня. Среди претендентов на звание «Сыр-Барыса» есть титулованные борцы, обладатели звания «Казахстан-Барса» Еляман Ергалиев, Айбек Серикбаев, Нурум Салимгиреев, Махсат Исагабылов. Кто из них в лучшей форме, покажут состязания. Финалисты получат путевку в Казахстан-Барса.